думаешь, мальчик сможет коснуться Луны? Коснуться Луны нельзя, она далеко. А вдруг у него есть ракета? Ну, тогда коснуться можно, но ему будет там холодно. Ну ты и глупышка. Думаю, Луна не похожа на рыбу. Что очень похоже. Хотя... Папа, с днем рождения. Прости, что я пропустила целую неделю. У меня скоро куча тестов. Ну, ты все знаешь. Ну вот, стоит лишь только вспомнить. Извини, мне пора. Люблю тебя. Нашел ее. Да, там. Ну да, сегодня. Нужно решить проблему. Тебя ждут. Эвелина. Не смей меня так называть, понял? О, эй, эй, я пошутил, Роза. Я могу показать тебе такое, что даже Крис ни разу не видел. Она на мушке. Отбой. Все под контролем. Подросток же. Роза, соберись, возьми себя в руки. Знаешь, ты вся в него. Я знаю.